мы хотим рассказать об одном виде спорта. Все хотят знать, в чем же секрет этих классных девчонок и как вырастают они в чемпионок. Для этого трудятся с детства они, не жалея себя от зари до зари. Им свойственна красота, грация, пластика. Дает им, конечно, все это гимнастика. Без воли к победе не будет медалей. С детства бороться их так воспитали. Булава и скакалка, обручи, ленты. Им покоряться под аплодисменты. Только вперед сквозь слезы и боль выходят девчонки на главные роли. Ловкость и гибкость на соревнованиях судьи оценят и будет признание. Не зная оленей, всему их обучит, конечно же, тренер. Элементы поставит, где надо, поможет, дисциплину привьет и часть души вложит. Годы пройдут, все станут взрослее. Гимнастика сделает только сильнее. Спортсменки к трудностям будут готовы, ведь с детства дают им успеха основы. Важно так с юных лет выбрать свой путь, двигаться к целям и не свернуть. Жизнь для девчонок будет подвластна, несмотря ни на что. Ты же гимнастка! Только вперед сквозь слезы и боль выходят девчонки на главные роли. Ловкость и гибкость на соревнованиях судьи оценят и будет признание. Я гимнастка!